Новости на нашем канале. В 2022 году появится большой кроссовер BMW X8 M. Компания BMW зарегистрировала в Германии название BMW X8 M. Это значит, что баварский автогигант действительно, как сообщалось ранее, разрабатывает кроссовер BMW X8, а также его высокопроизводительную версию M. По слухам, BMW X8 получит уникальный дизайн, который не будет напоминать дизайн ни X6, ни X7. Это будет очень дорогой автомобиль с индивидуальным дизайном для требовательных клиентов, которым нужна максимальная роскошь. Покупателям X8 предложат в трех вариантах, в зависимости от силовой установки. Стандартной будет версия с модернизированным 4,4 литра двигателем V8. Заряженная версия M будет называться X8 M45i. Она получит гибридную силовую установку общей мощностью 700 лошадиной силы. Когда BMW начнет выпускать кроссовер BMW X8, точно неизвестно. Ожидается, что его официальная премьера состоится в 2021 году. Это значит, что X8 M появится или в конце 2021 года, или в 2022 году. Если этот видео вам понравится, ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал.